В новом жилье и места больше, и есть все необходимое. В доме 9А по улице Василия Татищева в Алгаре городские власти выкупили 35 квартир. Все они с чистовой отделкой, оснащенные сантехникой, плитой, пожарной сигнализацией, счетчиками и регуляторами тепла, готовы принимать переселенцев из аварийных домов. Если семья в старом фонде занимала трехкомнатную квартиру, то и при переселении она должна получить равнозначное жилье по количеству комнат и не меньшего метража. Расселение горожан преследует главную цель – безопасность граждан. Это однозначно безопасно, ибо это новое строение, новый дом с гарантией от застройщика. То есть также, кстати, есть гарантия на ремонтные работы. Вот порядка года, несколько лет на некоторые там, сантехнические приборы и так далее. То есть все это передается вместе с документацией, со счетчиками. Абсолютно новое, готовое к проживанию жилье. Процедура закупки квартир для 465 семей, нанимателей, попавших во второй этап переселения из аварийного жилья, уже запущена и находится на постоянном контроле профильного департамента и городских властей. Все это благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Ее планируется реализовать в 6 этапов. Общая расселяемая аварийная площадь составит более 150 тысяч квадратных метров. Первый этап стартовал в 2019 году и практически завершен. Более 300 семей выехали в новое жилье. Сейчас находимся на стадии реализации завершения первого этапа и активной фазы второго этапа. Со следующего года мы будем запускать уже третий этап. Наша обязанность по законодательству нанимателям, гражданам, проживающим в нашем муниципальном жилом фонде, предоставить жилье. В нашем городе реализуется это через закупку нового жилья на первичном рынке. Вторичный рынок мы в этом случае не используем, что считаем нашим плюсом и особым благом для граждан. В ходе первого и второго этапов более 800 самарских семей до конца 2021 года покинут аварийные помещения. 348 из них, включая собственников коммуналок, получат новые изолированные квартиры или деньги на их покупку в зависимости от их выбора. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.